Лето – это время отпусков и отдыха. А еще это период, когда необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью и безопасности. В жаркие летние дни стараться меньше времени проводить на открытом солнце, помнить о правилах поведения на воде и, конечно же, соблюдать пожарную безопасность. Борьба с огнем всегда считалась делом мужественных и профессиональных людей. Именно такие специалисты работают в 15-м отряде Федеральной противопожарной службы. Они всегда готовы прийти на помощь. На их счету сотни потушенных пожаров и спасенных жизней. Но очень многое зависит и от самих жителей, особенно в настоящее время. На сегодняшний день большая, сильная жаркая погода, 5-й класс пожарной опасности. Хотел бы обратиться к жителям города и района о том, чтобы они берегли себя, свое имущество, не разжигали костры на дворовых территориях. Объясняли своим детям, что нельзя играться со спичками и с другими зажигательными устройствами. Максимально себя оберегали. Также использование электронагревательных приборов без присмотра также запрещается. Летний зной служит причиной того, что люди ищут облегчения от него, купаясь в реке или в море. Но, как говорится, не зная броду, не лезь в воду, иначе вполне можно пострадать. Купаться можно и нужно только на официальных, приспособленных для этого пляжах. Это вполне безопасно. На официальных пляжах есть спасатели, которые все время наблюдают за обстановкой на воде. А люди гибнут на неотведенных местах, где не исследовано дно, где нет соответствующих квалифицированных специалистов, которые могут вовремя оказать помощь. Безопасность на воде и при пожаре требует внимания и осторожности, соблюдения установленных правил. Об этом не нужно забывать.